С момента вступления в силу закона о едином пособии, по данным на 7 апреля в Якутии новая мера государственной поддержки назначена 52 595 детям и 2359 беременным женщинам. По данному направлению отделение Социального фонда России по Республике Саха-Якутия перечислило семьям более 2 миллиардов рублей. Напомним, что новая мера государственной поддержки семьям с детьми введена с 2023 года. Выплата назначается беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности до 12 недель, одному из родителей или усыновителей, опекунов, попечителей ребенка в возрасте от 0 до 17 лет. Право на единую выплату имеют семьи, в которых дети и родители являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают в России. Следующее. Средний душевой доход меньше регионального прожиточного минимума. В Республике Саха-Якутия в этом году он составляет 25 396 рублей по первой зоне и 21 272 рубля по второй зоне, это кроме северной. Имущественная обеспеченность соответствует требованиям. И также, что все взрослые члены семьи работают или у них есть основания для отсутствия заработка. Беременные женщины, которые получают пособие по старым правилам, могут подать заявление и перейти на единое пособие. Если после расчета среднедушевого дохода семьи новая выплата окажется более выгодной по сумме, им назначат новое пособие в повышенном размере, то есть 75 или 100% от регионального прожиточного минимума. При этом выплата предыдущего пособия прекращается. Для получения личной консультации по вопросам, решение которых невозможно без использования персональных данных, следует обратиться в клиентскую службу по месту проживания или нахождения, либо в электронную приемную на официальном сайте Социального фонда России, которая работает в режиме 24/7. Для защиты интересов граждан ответ, содержащий персональные данные, предоставляется отделением Социального фонда России по Республике Саха-Якутия только при подтверждении личности получателя. Личный прием, личный кабинет, либо через адрес электронной почты, через кодовое слово.